Бессонница – это крайне негативное явление, которое может сопровождаться короткими промежутками сна с беспокойностью. После такого сна вы будете просыпаться уставшим, обессиленным, вялым и меланхоличным. Бороться с бессонницей можно самыми разными способами, но большинство из них не самые полезные. Кофе вредит, энергетики тем более, а вот доктор Неумывакин разработал свой собственный метод борьбы с бессонницей, который поможет одержать победу без вреда своему здоровью в кратчайшее время. Вы получите шикарный спокойный сон, а также хорошее настроение по утрам и бодрость духа в течение всего рабочего дня. Наверняка вы когда-то слышали, что в стрессовой ситуации человек начинает делать глубокие вдохи и короткие выдохи. Может быть, вы даже замечали это на себе. Это приводит к поступлению большого количества кислорода в организм и выводит углекислый газ из организма. Аналогичная ситуация происходит и при бессоннице. И для восстановления баланса углекислого газа и кислорода в организме есть очень простое, бесплатное и быстрое решение. Нужно взять небольшой бумажный или даже полиэтиленовый пакетик объемом примерно 15 на 20 сантиметров. Прикладываем его ко рту и начинаем в него дышать. Таким образом, вы будете дышать воздухом, который только что выдохнули, то есть обогащенным углекислым газом. Продолжать такое дыхание необходимо в течение 30-120 секунд, не меньше и не больше. В этом случае организм восстановит баланс углекислоты, и вы сможете заснуть очень быстро. Если под рукой не оказалось такого пакета, можете попробовать просто задерживать дыхание. Медленно вдохните воздух и задержите дыхание на 10 секунд. Повторите это упражнение 10-15 раз, и в это время адреналин успокоится, и вы сможете быстро и очень сладко уснуть.